По-родному и с душой. Каждый день звучат в эфире радио «Юрган» программы «На коми языке». От истоков культуры и истории нашего края до современности вещание не прекращается круглые сутки. Здесь и новости республики, и аудиопостановки, и правовые вопросы, и даже советы психологов. Началось же все 10 лет назад. Не так уверенно, как сегодня, но с большой надеждой на успех. Все началось в 5 утра 7 ноября 2007 года, когда 6 человек... Очень так осторожно, я бы даже сказал, боязливо выдвигали фейдер. Впервые тогда зазвучали позывные, тогда еще Коми народного радио. И первыми позывными были джингл, конечно же, и следующий за этим сразу же гимн нашей республики. Мы начали с 3 часов вещания в сутки, и менее чем через месяц мы выдавали уже 6 часов. И через год мы вообще абсолютно вытеснили нашего сетевого партнера, это тогда... телерадиокомпания «Мир» была. И тогда проводное радио действительно было единственным доступным СМИ в отдаленных населенных пунктах Коми-края. А уже весной 2008-го вещание вышло в интернет. Слушать его и сегодня могут в любой точке планеты. В том же году была присвоена и первая награда. Лучшим проектом года Коми-радио назвали на премии «Признание». Тех, чьими силами создавалось вещание, профессионалы от журналистики отмечали еще не раз. Вначале мы велочи кранашица выла, но садикин ок верму ужавны. Всякий был дефицит садика сам. Меном коми спырный садик, ня-ня. Алена Ладыгина, представитель противопожарной службы, свою передачу ведет уже около 8 лет. Рассказывает слушателям о правилах безопасности. В этом году полезную программу отметили на федеральном конкурсе. Она вошла в тройку лучших радиопроектов форума «Сезам-2017». Были даже такие случаи, что звонили и в редакцию, и к нам, и спрашивали, может быть, вы нам вот о такой теме расскажете? Мы говорим, что мы обязательно расскажем в ближайших выпусках. А потом эта передача построена в форме диалога, в форме общения ведущего, ну, якобы со мной, со специалистом управления. Вот, и поэтому она тем интересна, что не пустой монолог одного человека, а 2 человека в эфире, и при этом вопросы задаются, ну, в свободной форме. Продвигают здесь не только коми-язык, но и культуру народа коми. Причем не только традиционную, но и современную. В передаче «Лов якив» звучат аудиопостановки, написанные коми-авторами. А музыка на радиостанции зачастую играет уникальная, созданная жителями родного края. Песни коми-исполнителей радио записывает безвозмездно. Креативная молодежь даже сочинила песню, ставшую неофициальным гимном «Радио Юрган». Не забывают здесь и о русскоговорящих слушателях. Фактически все программы в эфире дублируются. Сегодня услышать вещание можно и через сайт Юргана, и в социальных сетях. Сами радищики отмечают 10-летие, праздник общий для всех, а потому и положительную энергетику поздравлений делят на каждого. Александра Головина, Любовь Филиппова, Олег Юшков, телеканал Юрган.